остановимся, буду применять огнестрельное. Года рождения, 9 января. Сегодня ночью совершил ошибку, не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, начал от них скрываться. В процессе погони были произведены выстрелы в воздух, чтобы остановить меня. В итоге меня догнали и отвезли в отделение. Ошибку я свою признаю, приношу извинения за то, что я сделал перед всеми жителями Васильевского острова.